этот увлекательный квест по покупке турист-тикет практически закончился. В общем, схема какая? Взрослые и дети от 6 лет, они как взрослые идут уже, а дети до 6 лет при предъявлении паспорта и доказательств того, что он небольшого роста, бесплатно. Инфанты до 3 лет, они вообще бесплатные, без билета. Но детям, кстати, до 6 лет вот такие вот билетики нужны с автобусчиком. Но они бесплатные, они их регистрируют. Вот, собственно говоря, и все. Простояли, наверное, часок. В этой замечательной девушке приобрели билетики. И мы счастливы, да, Андрей? Очень счастливы.